Человек, хоть раз в жизни столкнувшийся с проблемой недержания мочи, знает, какой дискомфорт причиняет это заболевание. Нельзя далеко отойти от дома, выматывает частая смена белья. А смех и кашель приходится просто подавлять, так как и то, и другое может спровоцировать неудобную ситуацию. Непроизвольное мочеиспускание – частый спутник беременных женщин, пожилых людей и пациентов с заболеванием мочеполовой системы. Разумеется, помочь разрешить эту деликатную проблему может только врач. Но лечение занимает не один день, а жить полноценной жизнью хочется здесь и сейчас. Тена уже много лет помогает своим клиентам улучшить качество жизни и справиться с неприятными моментами. Женские и мужские прокладки с высокой степенью впитываемости – приемлемый выход из положения для людей, ставших заложниками этого недуга. Формы изделия соответствуют мужской и женской анатомии. Прокладки легко крепятся к нижнему белью, не стесняют движений и не позволяют распространяться неприятному запаху. При тяжелой степени недержания специалисты рекомендуют подгузники с поясом Tena Flex. Они существенно облегчают уход за лежачими больными, родственником и медиком. Чтобы надеть такой подгузник, пациента не нужно поднимать и несколько раз его переворачивать. Кроме того, это средство гигиены имеет индикатор влагонасыщения и само сообщает о том, что пришло время для его замены. А благодаря многоразовым застежкам Tena Flex можно закрывать и открывать несколько раз. Бесплатный образец подгузника можно заказать на сайте www.tena.lv. Все изделия Tena Flex входят в систему государственной компенсации, и все, за исключением Tena Flex Super L, принадлежат к референтной ценовой группе. Конечно же, перед тем, как пойти в аптеку, нужно посетить своего семейного врача, получить рецепт и тогда приобрести в аптеке подгузник на поясе Tena Flex. Кроме впитывающих изделий, Tena предлагает своим клиентам влажные салфетки и моющий крем. Эти средства эффективно заменяют воду и мыло. По бесплатному номеру 830-1213 можно получить консультацию специалиста по всем вопросам, связанным с недержанием мочи.